К долгожданной премьере драматического балета артистов готовит творческий тандем. Елена Шерстнева – педагог танца из Санкт-Петербурга. 15 лет она исполняла партию «Ревнивые замеры». Поэтому все тонкости и нюансы балета «Бахчисарайский фонтан» ей знакомы. И все же она призналась, что немного волнуется. К сожалению, я не на очень большой срок приехала, и нужно было мощную работу делать в сжатые сроки. Трудно для меня было и трудно для артистов, потому что они должны были сначала меня понять, потом поверить мне и потом уже создавать свои образы. Хореограф отметила, для создания реалистичных образов в наших артистах балета есть все необходимое. Ураган эмоций Гирея, темперамент Заремы, трогательность Марии. Все это предстоит ощутить зрителю. Очень сильно действует именно психологически. Там входит настолько сильно драматургии, любовь, зависть, гордость и разные вот это человеческие вот чувства, ощущения. Очень важно для артиста балета, когда он танцует вот такие лирические партии, это свет. Свет внутри и свет, который дается и передается зрителям. А вот для работы со светом в его физическом понимании приглашен художник по освещению из Большого театра. Костюмы шились в мастерских Пермского театра, а при создании декораций немало времени потратили на изучение истории. Словом, премьера обещает быть яркой. Елена Петрова, Даржой Чедопов, Новости дня.